Мур, привет, друг, это Зверько. Короче, разработчики выкатили нового персонажа. Это стрелок Беатрис, у которой аж 4 орудия стрельбы. Да-да, в Лоле есть такой перс Аферий, мне дед видео скидывал. Там даже пара схожих умений, но хрен с ним, мы не в Лол играем. У нас тут как минимум девушка, а не жеманный мужик. Я, конечно, не гомофоб, но не очень воспринимаю... Давай углубимся в разбор после того, как представлю спонсора видео, благодаря которому я смог не помереть от голода в прошлом 2020 году. Здесь есть крутые чемпионы? Да. Крутые боссы? Да. Миллионы игроков? Да. Годы контента и регулярных обновлений? Да, да, да. В Raid Shadow Legends есть все. Игра обладает потрясным геймплеем, как в мобильной, так и в ПК-версии. Обе абсолютно бесплатны. Вы можете взять своих чемпионов с собой куда угодно. Ты глянь на эту парочку. Септимус с Вейхандером почти как у меня. Обладает огромным уроном по боссам, потому что навыки сносят от максимальных ХП цели. А впрочем, какую плоть не может разрубить двуручник? Или вот герцогиня Лилиту, кроме обалденного внешнего вида, она способна оживить команду почти с полными ХП, чтобы вы смогли отправить их в бой вновь. Что прикольно, неугодных чемпионов можно приносить в жертву своим любимчикам. А в прошлом месяце в рейд вышло самое большое обновление, главное событие — Роковая башня. Это 120 уровней и 12 хардовых боссов с шикарными призами. Вдобавок к праздникам коллекцию героев пополнили 14 совершенно новых чемпионов, а также проходит целый ряд праздничных событий и турниров. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 45 инсталлов. За прогрессом скачиваний вы можете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи один день ускоренной прокачки, запас энергии, древний осколок, 50 рубинов, а также крутого чемпиона Вала в качестве бонуса. Поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Итак, Беатрис, выбирая из 4 стволов, может носить с собой 2 любых на выбор. У каждого оружия разная автоатака и ультимативный навык. Первый навык Беатрис переключает между 2 заготовленными стволами. Развитие этого навыка ускоряет его перезарядку и скорость смены оружия. Мелочь, конечно, но во время игры будет важно перекинуться на другой ствол более подходящей ситуации. Второй навык – это прыжок вперед с перезарядкой оружия. А 3 ствола из 4 имеют свой запас снарядов. Забавно, что с каждым оружием анимация прыжка разная. На геймплее посмотришь потом. Четвертый навык мы можем использовать, находясь вне боя. Это смена инвентаря, где мы выбираем себе стволы. Давай рассмотрим отдельно каждое оружие. Начинаем мы с Нибиру. Это скорострельный пистолет с 20 патронами. После окончания боезапаса приходится немного подождать перезарядки. Базовый выстрел – это короткая очередь из 4 пуль, которая может поражать несколько целей, но не на вылет. Анимация выстрела быстрая, урон рассеивается. Ульта – это несколько залпов по площади, пробивающих цели насквозь, довольно мощно. Но во время анимации Беатрис стоит на месте. Второе стартовое оружие – это винтовка Runner. Обычная атака. Стреляет далеко, пробивает все цели на своем пути. В стволе один патрон, словно у винтовки Мосина. И, как говорится, нахрен тебе гранаты, если винтовка Мосина пробивает метр кирпича. Ульта, багнутая наглухо. Но, как я могу судить, это более далекий и мощный прицельный снайперский выстрел. Дальше. Двустволка Вескер. В запасе 2 выстрела до перезарядки. Вектор стрельбы широкий, но цели не пробивает насквозь. Ульта. Это стрельба вокруг себя. Урон по одной и той же цели снижается. Если какую-то цель убить, начинает глючить перезарядка. Но потом это, конечно, исправят. И, наконец, гранатомет Беннет на 5 зарядов. А обычная атака – это выстрел по площади, а ульта – это бомбардировка по огромной площади, хоть и сильно снижается урон при попадании по одной и той же цели. Ну и что же у нас по геймплею? Я обычно не люблю АДК за их однообразный геймплей. Вот уж сорян, но это правда. Каждый бой как день сурка, особенно касается автоатакеров. Беатрис должна внести разнообразие в этот геймплей, но она пока что сырая. И ее еще долго будут дорабатывать. Например, система считает все выстрелы навыками, поэтому они не критуют и не наносят эффекты автоатак. Также не срабатывает трезубец. А поскольку в стандартной сборке есть ярость берсерка, то разработчики подразумевают, что криты будут. Мой прогноз на будущее —
это будет интересный герой. А то, что он похож на кого-то, вообще плевать. Пиши и ты свои впечатления о герое. Не забудь нажать колокольчик, чтобы он стал серым. И ты будешь получать уведомления о новых видео. Недавно вышел гайд на Пакита. Завтра будет короткое видео по обновлению и лютому нерфу Алдоса. А пока оставляю тебя с геймплеем и одновременно тестами предметов. Удачных боев, друг!
Трупы яд, подок ушел, мертвая тряпка.